Я с вами! Осторожно! Слышь, тут обрывы! Слышь, осторожно! Ну что? Ну, долго еще? Тише, тише. Спугнешь. Услышит, вообще не вылезет. Ну, давай, вылезай. А я думал, как ты вообще не слышал? Ух, у них отличный. Ну, ты и умный, Леха. И откуда ты все знаешь? Потом, Петрович. Сейчас важнее, как у крота глаза выглядят. Снято! Че, совсем ничего не видят? Сплошная ночь, что ли? У меня есть подозрение, что ночь они видят даже лучше. Будто для них что-то светится в темноте. Кротищи! А! Есть! Есть! Тяни! Леха! Тяни, тяни! Тяну, тяну! Вот она! Тяни! Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Тяни же ты, заснул, что ли, тут ты? Ну, что ты смотришь по сторонам? Сюда надо смотреть, сюда! Рыбак хренов! Ну, ну, рыбачишь с тобой, рыбак хренов! Ну, глажу, вот, вот такая была, я же видел! Ой, ну, охламон! Все, больше тебя никогда с собой на рыбалку! Никогда не беру, все, закон! Всю рыбалку мне! Хватит сорвать, ну! Сам упустил! По сторонам он зырит! Раззява! Раззява! Сам раззява! Не бойтесь, я не кусаюсь. Я не боюсь. Подойдите ближе. Ничего себе. Для меня нагота так же естественно, как ваше смущение. Я просто нудистка. А, Ну, если хотите, я оденусь. Да нет, как вам удобно. Ну, мне-то как раз удобно, даже комфортно. Лика. А. Очень приятно, Алексей. Мне тоже. Конечно. Я хочу загореть себя целиком. Незагорелые части тела раздражают, не правда ли? Ну что вы все время зыркаете по сторонам? Вы хотите, я оденусь? Ну вот теперь вы можете смело на меня смотреть. Вы хотите, чтобы я что-то сказал? Хочу. Вы прекрасны, кто вы? Я приехала в ваш интернат на практику. Надолго? На 2 месяца, до осени. Подождите, какая практика? Все разъехались до осени. Кто-то остался, а об остальных, кто уехал, я узнаю из вашей видеохроники. Вы и про это знаете? Мне директриса сказала. Очень, кстати, милая женщина. Ну, насчет милой, это громко сказано. А вы ее не любите? Ну, скажем так, ее требовательность ко мне переходит все границы. Странно, а она о вас очень хорошо отзывалась. Да? Это за глаза. Это наша школа, как вам уже ясно из таблички. Да, знаете, я вам сначала покажу видеохронику с теми, кто здесь, а потом сами досмотрите про остальных, кто уехал до осени. Ладно? Договорились. Это наш флигель, моя летняя резиденция. Я здесь работаю. Это Петрович. Пьяница. Но добряк. Замечательный человек. Обожает петь белорусские песни. Да, мне тоже понравился.
А это сама директриса в своем вечно белом пиджаке. Что вы делаете? Перестаньте. Ну, пожалуйста, на секунду остановитесь, я снимаю. Перестаньте заниматься глупостями, я же вас просила. Во-во, в этом она вся. Саша, слепой с рождения, но говорит, слышит, очень живой мальчик. Саш, я же просил тебя повернуть голову в сторону камеры. А где это ваша камера? Правее чуть-чуть. Еще. Фонус крути, давай. Не знаешь, где право? Стараемся. Все-таки в школе учимся, хоть чему-то же научили. Оля, слепоглухонемая. Слышит, если очень громко и над самым ухом. В детстве в балетную школу ходила. Это специальный плеер с усилителем, даже в камеру слышно. А девочке не скажешь, что она слепая. Да, Алиса. Глаза закрыты с рождения. Вяжет белое платье с утра до вечера. Вяжет, вяжет. Спешит, будто за ней кто-то гонится. А они давно здесь? Оля с 9 лет. Саша попал сюда совсем маленький. А кто их родители? Саше неизвестно. Оля, мать, отец, оба инженеры. К Алисе никто не приезжает. Это Дмитрий. Он здесь раньше меня. Близнецы, с которыми он занимается, слепоглухие. Умеют говорить, но слабо. Дима пытается развить. Смешной какой-то. Ну, это так, с виду. На самом деле, очень опытный педагог. Серьезный. А ребят вы специально рядом поставили? Да нет. Красивая пара. Надо их сдружить. Кого? Сашу с Олей. В смысле? Рассказать друг о друге. Зачем? Ну, сблизить. Ну, надо попросить Олю, чтобы она его проверила, и если произойдет взаимопроникновение аур. Каких еще аур? Понимаете, 2 года назад я напоролся на книжку чтения аур для начинающих. Поверил в нее, увлекся, экспериментировал с собой. А сейчас предложил этот метод Оле. Оле, потому что я хорошо ее знаю. А во-вторых, понимаете, здесь очень важно уметь сосредоточиться, отключить внешние раздражители, свет, звук. А у них с этим проблем нет. Тишина и тьма всегда. А зачем им это надо? Понимаете, каждый предмет имеет ауру, камень, дерево. Увидев, можно обойти, ориентироваться в пространстве. Вот Оля видит ауру во всем ее многообразии. Это как радуга. Каждый цвет, его блеклость или яркость что-нибудь обозначает. Болезнь человека или способность, которую можно развить. То есть как? Она может работать диагностом, да? И вызывать не жалость и сострадание, а уважение. Как экстрасенс? Нет. Среди наших воспитанников не может быть шарлатанов. Исключено, природа их недуга. Ну так это же здорово, Алёш. Можно я вас поцелую? Алёш, не надо, пожалуйста. Ну, не мог сдержаться. Знаете, я, наверное, пойду, я устала, ладно? Досмотрим потом, хорошо? Слушайте, а почему вы не отправитесь все это в медицинскую академию? Посылал. Вопрос один и тот же. Как доказать? На каких приборах зафиксировать? Я сейчас подал документы в аспирантуру, без какой-либо охоты учиться дальше, просто чтобы была возможность ходить, доказывать. Скажите, а что вы говорили о том, что Оле нужно проверить ауру Саши? А, это если человек симпатичен медиуму, то 2 ауры легко проникают друг в друга. А если нет? Лучше не сближаться. А мою ауру вы можете проверить? Уже сделано, отторжения не было. Уже? Я не заметила. Просто вас что-то сдерживает. Ну, я всегда скована в первый день. Буду надеяться на второй. И не забудьте надушиться. Нас дети различают по запаху духов или одеколона. Сирень подойдет? Мне вполне. Ах, тьму ее закусь! Настоящие мужчины вырождают. Что вы говорите? А кто, по-вашему, настоящий мужчина? Ну, по-моему, настоящая женщина сама должна знать, кто такой настоящий мужчина. Она должна чувствовать его нутром. Значит, я не настоящая женщина. Ну, вы грешите на себя. Ну, наверное, я еще не решила, с каким мужчиной я хочу провести остаток своей жизни. Формируюсь или легкомысленная? Это неправда. Я уверен, что вы хотите семью, хороший дом, детей и... Я не прав? Дима, а как вы догадались? У меня большой опыт общения со слепоглухонемыми. Ну, кажется, я вижу и слышу. Это не главное. Да что вы. Главное обоняние. А, знаете, давайте лучше пойдем посмотрим, как дети купаются.
Комар какой большой сидел. Какой комар, а? Ну ты ж шустрый. В каком смысле? В таком смысле. А почему ты сейчас спросил? Я сказал, что ты шустрый. А, да, я шустрый. Как ты успел с ним познакомиться? Успел. А? Ну что у вас тут? Посмотрите, как они замечательно смотрятся вместе. Алексей Петрович, снимите их, пожалуйста. Пожалуйста. Как долго она уже в воде находится, да? Никто, кроме Алексея, не может объяснить поведение Алисы. Но, в принципе, ему, как и многое другое, этот феномен понятен. Я предполагаю, что Алиса, проведя 9 месяцев в утробе матери, так и не увидела свет. И теперь, когда она попадает в воду, начинает крутиться, как делала это во внутриутробной жизни. Интересно. Вот вы считаете, что во внутриутробной жизни Алиса уже была слепоглухонемой? Так. А мне кажется, она там мыслила, видела и слышала. И то, что происходит с ней в воде, можно объяснить ностальгией. Крапива осторожней. Угу. Красивая версия. Да. А, кстати, сколько ей лет? 24 года. Ее оставили здесь, в интернате, навсегда. Дактилю так и не смогли научить. Общение минимальное, на уровне интуиции. Кстати, насчет интуиции. Обещайте не смеяться. Не буду. Никому не говорил, кроме вас. Дело в том, что... Вы честно не будете смеяться? Ну, не буду, не буду. Дело в том, что, экспериментируя с Олей, я стал слышать ее голос. Ну, вы даете. Да, ее ответный дактиль, ну, как это вам сказать, ну, жесты, да? Угу. Я как бы слышу. И происходит это вне моего сознания, понимаете? А какой у нее голос? Тихий и очень красивый. Это вам. Да, с вами не соскучишься. А какой голос у меня, Алексей? Родной. Спасибо. Кузнечик. Алексей, а какие женщины вам нравятся? Оп. Мне? Угу. Мне не очень нравятся обнаженные женщины. Больше нравятся те, которые, превозмогая стыд, готовы это сделать. Но я-то сейчас одета. Но я-то сейчас не об этом. А, это очередной укол в сторону нудистов. Если я что-то не так сказал, я прошу прощения. Ладно, прощаю. Да, а Саша и Оля, поверьте моей интуиции, эти два существа созданы друг для друга. А вы, между прочим, обещали проверить взаимопроникновение их аур. А мне кажется, все должно идти своим чередом. Это пассивная позиция. Я так не думаю. Ну что, неестественно в том, что мы поможем двум живым существам слиться? Это что, как-то повлияет на мировую мораль? Да при чем здесь мировая мораль? Речь идет о нашей с вами морали, а это пахнет элементарным сводничеством. Не знаю, я не вижу ничего аморального в том, что две несчастные, обиженные природой былинки ощутят радость, ну пусть навязанную нами. Вами. Ну хорошо, мной. Вами. Ну, мной. Потому что я совершенно другой точки зрения придерживаюсь. Хорошо, мной. Мне просто важно было, чтобы вы это признали. Я признала, дальше. Ну хорошо. А почему тогда не обиженная природой былинка не находит взаимности с вашей стороны? А, не нужно торопить события. Все должно идти своим чередом. Алёш. Алёша! Вы где? Алексей Петрович! Алёш! Ну, я уже боюсь, ну... Алёш. Что ты хочешь сказать?
Что, Оля? Есть отторжение. Слабое, но есть. Ну что? Говорит, что есть отторжение. Пусть попробуют еще раз. Попробуй еще. Что вы там делаете? Колдуете, что ли? Саш, помолчать можешь? Ну что? Говорит, устала. Сними их крупный план. Ну что, долго еще? А если честно, что вы все-таки там делаете и что это за эксперимент? Алло, Алексей Петрович, вы меня слышите? Чем же это вы там таким серьезным занимаетесь, что меня не слышно? Да, я вижу, тут умру с голоду, пока вы закончите. Оль, что они с нами делают? А, тьфу, дурак, че же тебя спрашивают, ты ж не слышишь. Ну сколько можно снимать? Я за это время уже фильм снял бы. Возитесь, возитесь. Непонятно. И было бы над чем. А, закончили? Ну, слава тебе, Господи. Что-то случилось, Оля? Мне его жалко, а не Лизу. А что ты читаешь? Чехов. Дом. А, дом с мезонином. Я понял. А почему его? Все впереди. А он больше никого не полюбит. Это фраза. Где ты, Мисюсь? Это как прощание с жизнью. Почему? Он умрет от тоски. А что для тебя любовь, Оля? Мама, папа, они любят. Оля, любить могут не только мама, папа, но и друг, которого ты любишь и который тебя полюбит. Не может быть друга. Неправда. Ты красивая, умная. И слепо глухонемая. Не говори так, ладно? Обещаешь? Не знаю. Я постараюсь.
Договорились, да? Привет. Кто-то пришел. А, это Лика. Наша практикантка. Она хочет посмотреть твое лицо. Она красивая. Пахнет сиренью. Она говорит, что ты красивая. И пахнешь сиренью. Он воображает себя птицей. То на стул станет, то на подоконник влезет. Вниз оттуда. Каждый день синяки. То лицо поранит, то ручку вывихнет. В 3 годика Витя оглох, а в 4 потерял речь, а год назад ослеп. С ним занимался врач, педагог, дефектолог. 1,5 года назад педагог уехал. Муж нас бросил. Вы меня понимаете? Понимаю. Очень даже понимаю. Мы с Витенькой остались одни. Я, понимаете, с горя забыла все, чему меня учил педагог. А Витенька мне что-то жестикулирует по руке, отталкивает меня, а я ничего не понимаю. А он мычит, бьется, катается по полу. Землей туманом стелились тяжелые влажные испарения. Будто большое животное билось, задыхаясь в зарослях сырого пышного сада. Будто вся деревня тщетно пыталась побороть кого-то во сне. Воздух тревожно сгустился. Теплое дыхание. Меня он не оттолкнул. Потому что он вас понимает. Зинаида Антоновна, милая, умоляю вас, возьмите Витю. Ну, что с вами поделаешь? Придумаем что-нибудь, раз уж вы приехали. Так, у нас есть Дмитрий Андреевич, очень опытный педагог. Поручим Витю ему. А можно я побуду здесь с ним месяц? Не беспокойтесь, все будет хорошо. Можно? Подождите, я занята. Попросим Дмитрия Андреевича, он отведет Витеньку в душ, потом к территории, по дорожечкам, пусть обвыкает. Наши дети очень хорошо здесь ориентируются. Мы приучили их маршруту от интерната до озера. Спасибо. Приедете зимой, проведаете. Это кто? Как вы и просили, женская фигурка. Это игрушка, Саш. А настоящая женщина выглядит совсем иначе. Ну хорошо, слепи мне сейчас мужчину. Зачем? У меня вот готовый есть. Ну опять игрушка. Саш, мужчина и женщина, они разного пола. И выглядят они совершенно по-разному. Я слепой, а не глухой. Слышу я прекрасно. Хорошо, тогда ты, наверное, знаешь, откуда берутся дети. По-любому. Тут еще не аист приносит и не в капусте находит, так это... Пощупай свою грудь. Зачем? Ну, пощупай, пощупай. Ладно. Что грудь, как грудь. Теперь мою. Пожалуйста. Ого! Какая вы выпуклая, больше, чем у меня. Теперь потрогай свои бедра. Пожалуйста. Бедра как бедра. Теперь мои. А теперь ваши. Ну? Совсем другие. От живота и вниз, как груша. Ну, теперь ты видишь разницу? Не вижу. Но въехал. У тебя есть подружка? Нет. Ну, ты такой взрослый парень, у тебя должна быть подружка. Ты знаешь Олю? Горичеву? Угу. Знаю. Вы с ней дружите? Я со всеми типа как дружу. Мне кажется, Оля тебе очень подходит. Ну, она же слепоглухонемая. Ну и что? Да нет, вообще-то ничего, но... Ну? Впрочем... Что? В общем, я не знаю.
Это Паша. А это Саша. Запомнил? Идите. Пойдем дальше. Запоминай, здесь высоко. Здесь выемка. Пойдем. Оп. Витя, как же он без меня? Не надо плакать. Витя. Дмитрий Андреевич, вы что, не знаете, как они чувствуют? Все. Убедите его. Ну, вы видите, я стараюсь. Иду на весь банк. Ваня, ты подумал? Серьезно? На весь банк. Карту. А, карту? Карту? Вот тебе карта. Тебе. Не понял, точнее? Тебе, чего ты не понял? Значит, на весь банк. Ага. Да, на весь банк. У меня очко. Шулер ты. Леха, видал? Шулер, я шулер, а? Степаныч, жадный ты. А вот пошел бы на весь банк, может, и выиграл. Жадюга ты. Да сам-то жадный. Вась, ну что ты молчишь? Заказывай. Сколько? Иду на весь банк. Карту. Карту. Так я что-то не понял. На весь банк? Да, ну, на весь банк. Понял. Двадцать. Да ну с тобой, на деньги лучше не играть. Мужики, ну чё вы? Чё вы злитесь? Ну это же игра. Игра пошла, ты ее держись. Ну давай, помаленьки. Да ну его, пойдем, Степаныч. Мужики, Степаныч, да вы что, обиделись, что ли? Шулер ты, Петрович. Ну это же как на рыбалке. То клюет, то не клюет. Приезжайте еще, отыграетесь. Ну, пока. Леха! Чего бы я без тебя делал-то? Ты посмотри, сколько деньжищ-то выиграл, а? Нехорошо все, Петрович. Ну, чё ж нехорошо-то? Ну ты же знаешь, кому эти деньги-то пойдут, а? Давай за победу по маленькой докатим. Уже поздно, я пошел. А как тебе новенькая-то? А что? Хорошая баба. Петрович, а ты с бабами спишь? Сплю. А чё мне еще с ними делать? Сплю, как убитый. Вот они, детишкам да молочишка. Держи ритм и четко выговаривай слова. Держать ритм и четко выговаривать слова. Перед пару одной. Тумане мора, калупо, что идти он в грани далеко, что кинул он в краю родном. Играл волны, ветер свищет, и мать гнется, и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним труя петля тури, над ним луч тонко талатой, а у меня цвет не против пури, как пусто пуля есть покой. Чего не спишь? Да сбегал, окунулся, а то что-то совсем засыпаю. Ну и спал бы. А уснешь тут. Новенького-то этого ко мне переселили, на твою кровать. Почему это на мою? Мать его говорит, что он то с подоконника, то с кровати на пол сигает, прям плашмя. Че это он? Птицей себя вообразил. Выбирает где повыше и прямо вниз. А ты чего не спишь? У Петровича был. У Петровича? Алеш,
О чем можно разговаривать с Петровичем? О бабах, Дим. С Петровичем о бабах? Ну ты даешь. Кстати, наша практикантка очень серьезный товарищ. Домик имеет под Москвой. Какой домик? Болшева. По наследству получил от уехавшего дяди. Слушай, откуда ты все знаешь? Я, в отличие от вас, Алексей Петрович, зря времени теряю. Знаешь, сколько от Болшева до Москвы? 45 минут электричкой. Серьезный довод. Собираетесь предложить руку и сердце, Дмитрий Андреевич? Я? Нет. А, ну да. Твой выбор уже сделан. Алеш, а чего ты сейчас мне сказал? Я сказал. Ну вот ты вот сейчас мне сказал Ну и что? Что я не могу сказать? Нет, ты не просто сказал Ты сказал Ну а что такое-то? Я хочу понять, что ты имел в виду, когда говорил мне Ничего это не значит. Просто Ты меня спросил. Я тебя, ты меня спросил, хочу ли я приударить за практиканткой. Я тебе сказал нет. Ты мне сказал Ну да, ну, конечно, я сказал Ну и что тут такого-то, что я не могу сказать? Ничего такого нет. Ты сказал не ты сказал Слушай, что ты ко мне Не вяжусь я к тебе, ты сказал Сигарет дай. У меня нет, я, наверное, дома оставил. Сбегать? Да ладно. Ну тогда пошел я. Давай. Да и ты иди, что сидеть-то. Сейчас иду. Я, кажется, кого-то вспугнула за окном. Да мне уже 3 года так кажется, никого там нет. Напиши. Лёш. Лёш. Очень идет. А я встретила директрису, кажется, ей не понравилось. Да ну фиг с ней. Слышь, Зинаида, я вот ножку глобуса починил, теперь есть на чем земле стоять. Ну да, а без твоих ножек ей не устоит. Точно не устоит, точно! Не, ну поговори с вами, Зинаида Антоновна. Я вас просила не оставлять ребенка ни на минуту. А я поезд такой придумал, когда он засыпает, я его привязываю. Что? Вы что, с ума сошли? Что это вам, собака на цепи? Ну мне же надо иногда отлучаться, Зинаида Антоновна. Петрович. Понял. Да подожди. Ну, что подожди? Тоже мне, начальник. Ох, достал он мне, Петрович, ой. Извините, Дмитрий Андреевич. Спасибо, Зинаида Антоновна. 7 лет преданного отношения, а в ответ достал. Дмитрий, ну подождите. Ну я, Дмитрий, я действительно очень ценю ваше отношение ко мне. Но такая разница в возрасте. Даже смешно. Зинаида Антоновна. Вы только не обижайтесь ради бога. Я не могу так больше. Не надо. Зинаида Антоновна, поймите, я... Прекратите. Хочу быть с вами, Зинаида Антоновна. Да прекратите вы, наконец! Ты чего? Да ничего! Я люблю вас, Зинаида Антоновна, и сопротивляться этому чувству я не хочу и не буду. Да ты! Че, у меня лоб чугунный, что ли? Че, он опять за свое, что ли? Поговорил бы ты с ним! Да, ты о чем с ним говорить? Эй! Твою! Ну вот! Да че ты смеешься? Только же починила, и все! Смех! Да смех! Смешно! Ну дай! Так, отдай, пожалуйста, мяч и шляпу, пожалуйста, тоже. Да. Оп! Ну, Алёш, ну нечестно. Ну все, все, все. Тебе очень идет. Мяч. Ну спроси, спроси. Спроси меня, что такое радостный, ну? Почему? Ну спроси. Меня в аспирантуру приняли! Правда? Ура! В Москве будем каждый день видеться, да? Каждый час. Скажу к директрисе маме, позвоню. Обрадую. Ну, дай, пожалуйста. Пас. Опа. Опа. Куда мы направляемся? Пойду на воздухе поработаю. Ты меня узнал? Естественно. Даже вылепил. Это кто? Это вы. Я? Ну да. Слышно, ты, по-моему, переборщил или плохо запомнил. Да нет, вроде хорошо, но впрочем. Что? Можно я еще раз потрогаю? Потрогай.
Ну что? Меньше, да, но... лучше. А что здесь смешного? Ничего. Ладно, иди. Но мы с тобой еще поговорим серьезно, да? О тебе. О женщинах, да? С вами? С удовольствием. Зинаида Антоновна? Да, я. Ты что делаешь? Леплю. Да? Ну-ка, покажи. Это наш стажер, Лика. Совсем не похоже, к тому же она завтра уедет. Давай придумаем что-нибудь другое. Смотри, принесла вот веточки, чтобы ты различал запахи деревьев. Вот. Понюхай, что это? Ну? А-а, ничем не пахнет. Не пахнет, да? Ну, хорошо, а вот береза. Что-то есть вроде. Чуть-чуть. Ну, как же. Кисленький запах, а вот акация немножко более сильный. Да, действительно, кислее чуть-чуть запах. А вот сейчас тебе совсем кислый дам. Угадаешь, что это? А, что-то очень знакомое, но не могу угадать. Открой рот. Ммм, вишня. Красота. И вкус, и запах. Все при ней. Лена Антоновна, можно вас? А? Иду, иду, минутку. Давай, вот я тебе оставляю. Ты две листочки и нюхай, чтобы различал запахи деревьев. Зинаида Антон! Сейчас! Алло? Зинаида Антоновна слушает. Нет, ну я сейчас не могу. Ну что вы, что вы? Ну, ну, нет, давайте попозже. Нет, ну никак. Простите, спешу, до свидания. Алло, мам, привет. Я сегодня утром получил извещение. Меня в аспирантуру приняли. Спасибо. Мам, пожалуйста, копию моего диплома отнеси в институт. Все хорошо. Ты как, нога не болит? Ну, слава богу. Ты все равно мазь втирай. Хуже не будет, ладно? Угу. Ну все. Давай, целую. В сентябре увидимся. Пока. Пока. Как это понять, Алексей Петрович? Что именно? Вы собираетесь поступать в аспирантуру. Есть уже точное извещение о дате, а я ничего не знаю. Ну, я получил извещение только сегодня утром. Но в аспирантуру вы собрались поступать не вчера. Поскольку вы здесь работаете, было бы логично сразу поставить меня в известность. Вот я и ставлю. Только потому, что я присутствовала при разговоре? Нет. Я сегодня собирался написать заявление на ваше имя, что через полтора месяца мне придется уволиться. Я могу идти? Я могу идти? Нет. Алексей Петрович. Да? Позовите, пожалуйста, вашу практикантку. Почему мою? Нашу? Ну, думаю, теперь уже не нашу. Мама. Наш. Помнят городок, где угодно давали яблоки. Наш.
наш. Госпожа практикантка, вас к директору. А не сказала, зачем? Нет. Алёша, отмотай минут 10, я не все успела записать, ладно? Давай. Может, пропустите, Алексей Петрович? Пожалуйста, проходите. Алёша, ну хватит. Помягче там с ней, а то она у нас с Норовым. Тоже мне раскомандовалась. Да. И как у человека с такой прекрасной внешностью столько низменного и порочного внутри? А? Я связалась с вашим институтом. Оказывается, тема вашей дипломной работы не утверждена ученым советом. Вы ввели нас в заблуждение. Мне разрешили собрать материал. Но материал, который вам нужен, вы здесь никогда не соберете. Даже манипулируя педагогами, совращая учеников. Да, кстати, как точно называется ваша тема? Психологические особенности взаимоотношений слепо-глухонемых. Любовь, брак, деторождение. Вот как. Но вы не туда попали, дорогая. У нас здесь любовь и деторождением не занимается. Так что вам придется завтра же покинуть наш интернат. Как покинуть? А моя дипломная работа? А это ваша проблема. Пока что я здесь директор. И подобные исследования никому позволены не будут. Знаете, Антонна, вы опытнейший педагог и... Это не вам судить. Хорошо, возможно, в моих устах это и звучит несерьезно, но во всем мире уже давно применяются методики, включающие в себя вопросы... В обычных школах там другой контингент учащихся. А какая разница? Большая. Но ваши ученики, они такие же люди, и у них впереди долгая жизнь, и где как не здесь готовятся к этой жизни. У меня другая точка зрения. А методы, которыми вы пользуетесь, вызывают у меня отвращение. Вы свободны. Зинаида Антоновна, у вас единственный интернат на всей территории СНГ. Вот именно. Я нигде не смогу собрать такой материал. И не надо. Я умоляю вас, можно я останусь? Ладно, это бесполезный разговор. Я никому не разрешу использовать своих детей в качестве подобных кроликов для ваших экспериментов. И не стройте из себя оскорбленный добродетель. Я еще не все вам сказала, дорогая. Я не уверена, что ваша мораль нравственнее моей. Вы свободны. Что тут делаешь? Жду вас. Зачем? Чтобы слушать вас. У тебя сегодня особенные глаза. Да, я знаю. Откуда? Не знаю. Хочется пить, трогать цветы. Расскажите мне еще о том, о чем говорили вчера. Я говорил вчера, что любить может не только мама, папа, но и друг. Ты хочешь друга мужчину? Таким твоим другом может быть Саша. Лик! Что случилось? Что случилось? Директриса велела завтра же убираться. Как это? Она знает про нас с тобой. Знает про мои разговоры с Сашей. Это он ей сказал, ну зачем? Ну и кто мне мешает вместе с тобой уехать? Бабу, знаешь, как надо брать? Ну и как? Знаешь,
Говори, говори. Сразу. И за жабры. Упустил момент. Все, считай, пропало. Так что, Дмитрий, ее надо было тогда сразу и вот за эти жабры брать. А так все. Поезд ушел. Все, 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 все. Петрович, ну а ты-то вот все откуда это знаешь, а? Чудные вы, мужики, чудные. Один за теткой, которая ему в мамке годится, убивается. Другой аурами занимается. А рядом молодая, аппетитная бабенка ходит. Мне бы ваши годы. Леха, слышь, ну ты бы приударил за новенькой-то, а? Дмитрий, ну тогда ты, а? Пошляк ты, Петрович, понимаешь? Пошляк. Ну вы, блин, монахи. Алексей Петрович. Как оказывается, легко склонить вас к дурному, Алексей Петрович. Это в каком смысле? Я не хочу распространяться на эту тему, но вы знаете, что я имею в виду. Не знаю. Ваше заявление – это окончательное решение? Да. И когда вы едете? Завтра, скорее всего. О, даже так. Ну что ж, это ваше право. Я попрошу вас в оставшееся до отъезда времени общаться с Олей. Это почему же? Не заставляйте меня аргументировать мое решение, оно окончательное. Вы очень способный педагог, Алексей Петрович, и многое могли бы сделать именно здесь, для этих несчастных детей. Позвольте мне это самому решать. Да, еще. Пожалуйста, не пользуйтесь вашим одеколоном, пусть она думает, что вы уехали. Слушаюсь, Зинаида Антоновна. За мной подсматривает. Ты где был? Я стучала, стучала. Посел где-то на берегу. Он у меня. Лёш, у тебя не найдется пара пакетов? У меня в чемодан не все помещается. Конечно. Зайдешь? Я еще не собралась. Может, зайдешь все-таки? Извини, настроение паршивое. Ну, хорошо. Лёш. Я такси заказала. Угу. Петрович, Алёшу не видел, а? Нет. Ты что, заявление написал, да? Да. Алёш, а почему с завтрашнего дня, а не с вчерашнего там или позавчерашнего? Меня, Дима, домик в Болышево ждет. О-о-о. Ну ты и жук. А что ты Зинаиде наговорил, а? А что я могу ей сказать? Что она сухой, черствый, неблагодарный администратор. По-моему, опросил тебя при мне ее так не называть. А ты тут при чем? При том. Дим, слушай, сколько тебе лет, сколько ей. Ну что ты в ней нашел? За что ее можно любить? Алёша, ты говори, только не заговаривайся, ладно? А то что? Не знаю. Но обижать ее не смей. Извини, Дим. Ну, понесло, слышь? Я правда прошу прощения. Ладно, проехали.
Спасибо за цветы. А как ты догадалась, что цветы от меня? Они пахнут вашим одеколоном. Звезда упала. А я думал, что звезды вечером. Они есть всегда. Мне кажется, сгорая, они слепнут. Сбившись с орбиты, падают на землю. Покатать тебя на качелях? Дальше не надо. Я только чуть-чуть ее потрогаю. Я всегда боялась воды. А сейчас не боюсь. Мне хорошо. Раньше мне было хорошо, только во сне. Я там слышал, видел. Оля, я должен сказать тебе, что мне придется уехать. Вы, наверное, шутите. Я тебя ищу везде, а ты... Я сейчас. Я сказал ей, что должен уехать. Алёш, что случилось? Внезапное взаимопроникновение аур? Ты что, не понимаешь? Все пахло сиренью. Она... Ну, конечно, она. Ладно, нам пора ехать, нас ждет такси. Я не могу. Давай через 2-3 дня, а? Я не могу ее сейчас так оставить. Лих, я приеду обязательно. А что ты объяснишь ей за 2 дня? Через 3, через 4, какая разница? Ты тоже можешь остаться, можем снять домик в деревне. Я уеду сегодня, Алеш. Необиженная природой былинка. Петрович, где вы? Я здесь.
Леха, сегодня есть. Давай, тяни, 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 тяни. Эй, вот такой вот. Давай, вот крупный. Я чую, там, блин, вот такой. Давай. Тяни же ты. Пошел, пошел, выходи, выходи. Тяни. Ну, поймалась рыбочка золотая. Петрович, хватит. Ты бутылку уже целую выпил. Ну все, хорош, кому я сказал? Здравствуй, Алёш. Ну, здорово. Зинаида сказала, что ты через несколько дней уезжаешь. Ну? Она попросила меня, чтобы я детей вместе не отвез ко всем остальным. Ну, после смерти Алисы, сам понимаешь, дети. Она говорит, чтобы я попросил тебя с Витей побыть эти два дня. Во дает. Я туда и обратно, а? Лёш, ну мне очень нужно. А я там заодно с ней поговорю. Не договорился еще? Лёш, ну, пожалуйста, мне правда нужно. Хорошо? Договорились? Лёш. Спасибо, я пошел, ладно? Thank you.
ты должен увидеть светлую, тонкую полоску. Ну, смотри, надо увидеть светлую полоску, тоненькую, как нить, между пальцами. Ну, давай, пробуй. Так. Есть? Слушай, надо расслабиться. Очень расслабиться. Лишь бы не учиться. Пойдем. Все. Здорово, колдуны! О, картошечкой в селе разжился. Так, чтоб через час были у меня. Петрович, мешаешь. Давай. Ты что, с ума сошел? Какой месяц? Да не хочу я ничего знать. Мы с тобой договаривались на 2-3 дня. Договаривались? Все. Слушай, что ты мне толдычишь про свою директрису? Я плевать хотел, что она тебя не отпускает. Дима, не надо мне ничего объяснять 100 раз. Мне уезжать надо. Сволочь твоя директриса! Хватит, переезд. Ничего. Видишь, он же в охотку. А ежели в охотку, мужику на пользу. Эй, Витька, давай. Ну все, Петрович, хватит, хватит. Молчи. Умаялся. Ну, Есипов прыгает. Ну, мазилы! Выходит из ворот шеи Дива и ликвидирует опасную атаку. Но вот Булыгин хорошо поборолся с Брином, сбросил мяч. Оленич, Валенч играет на левом. Ну, давай, ну! Мяч очень хорошо, Бусев бьет мимо ворот. Очень тонко, браво. Мы аплодируем Валерию Есипову. Игнашевич, хороший пас. Киржаков. Снова успел Кар. Пижаков не дает. Это море. Правильно делал, пытался тебя выгрушить, но
удара внести достаточно сложно. А вот горы. Еще один опасный момент. На газоне лежит Джон Аши. Аня. А вот реки. Один Гусев, но реки. А вокруг космос. Мостовой. Технично. Алдонин. А? Лыкин. Ой, как не точно. А, космос играет. Это высоко вверху. Земля из космоса. Кругая. Евсеев тоже подключается к атаке. Нет. У нас остались двое в защите. Птицы летают ниже. А вот флажок на булавке на это наш интернат. Осторожно. Лыкин бьет хорошо. Очень хорошая подача Гусева, во-первых. И поднимает говорю, большой палец. И новая волна я атаки. Что-то слышу. Я что-то слышу. Мостовой. Подача. Лыкин. Ну, Игнашевичу. Я его слышу. Игнашевич. Я слышу его! Я его слышу! Как и Олю! Я слышу его! Я его слышу! Я забил! Я! Эй, я! Ты мой дорогой! Слышу! 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 Ты пойми, так получилось. Все уехали, меня с Витькой оставили одного. А ты решил меня оставить одну? Я очень скучаю по тебе. Я тоже. Я очень хочу видеть. Все приедут через месяц. А, уже через месяц? Да, и в конце августа я буду у тебя. Понятно, Алеш. Оля, Витя. Затем найдется еще кто-то. А у меня есть какое-то место в твоей жизни? Самое большое. Алло, Лика. Алёш, ты не обижайся, но легко любить всех и никого конкретно. Но я правда не могу. Лика, алло. Горе ты моё. Можно ваши очки одену? Зачем? Мама мне когда-то давала поносить. Мне понравилось. На, держи. Ничего не вижу. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Успокойся. Ты мне лучше скажи, почему ты хочешь летать? Однажды я летал самолетом с мамой. Мне очень понравилось. Что ты видишь во сне, когда летаешь? Реки, лес. Наш с мамой дом. Я хочу быть птицей. Человек не может быть птицей. А я хочу только птицей. Хорошо, хорошо. Но прыгать с высоты нельзя. Почему? Ну нельзя, тебе говорят. Хочешь, я научу тебя другому. Ты будешь чувствовать,
что вокруг тебя. Людей, деревья, камни, любые препятствия. Как это? Ой, потом объясню. А во сне полетать можно? Во сне летай на здоровье. Осторожно, слышишь? Тут обрывы! Осторожно, я сказал! Слышишь? Слышишь? Осторожней! Я ж предупреждал, что обрывы! Мне захотелось полетать немножко. Тоже мне летун. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Сейчас покажу тебе, как выглядит дуб. Кто это здесь так натоптал? Вот дуб, потрогай. Ого, какой большой. Да, большой. А можно я залезу? Нет, нельзя. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, давай посмотрим. Но только со мной и в первый, и в последний раз. Ну, ладно. Можешь попробовать залезть, я помогу. Сюда, эту сюда, сюда, эту сюда. Молодец, давай, 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 так, хорошо. Тут дети, Зинаида Антоновна. Я, например, себя дитятей не считаю. Здрасте, Алексей Петрович. Как дела? Как Витя? Спит. Ну, почему ж так неприветливо? Три дня превратить в месяц, это, конечно... Так получилось, я не нарочно. Дети загорели. Я шляпку купила. Нравится? Как у нашей практикантки. Нормально. И на том спасибо. Да, вечером у нас танцы. Оля научила Сашу танцевать. 20:00. Приходите, ждем. Придете? Будем ждать. Я же просила вас побыть с детьми в столовой. Меня, извините, но мне с Алешей надо объясниться, а то правда неудобно. Я поговорю с ним, ладно? Ладно, объяснитесь.
Алёш, Алёш, постой, Алёш. Ну я правда ни при чем. Алёш, Алёш, стой, открой. Алёш, ну открой. Ну я мы приехали, она меня сразу запрягла. Алёш, я ни при чем, Лёш, открой. Лёш. Лёш, посидим у Петровича, поговорим, а? Ты меня прости, Алексей. На кого ты бедного Витеньку оставляешь? На него? Не обижайся, Дмитрий. Но не ты, никакая другая учителька не годятся для нашего дела, кроме Зинаиды и вот его. Ты бы помолчал, ба, алкаш. Правильно. Зинаида делает, что не дает тебе. Правильно. Леш, закрой ему, пожалуйста, рот, а то я... Тихо, 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 тихо. Петрович, хорош. Не нравится. Зачем тогда пить, если правду друг другу сказать нельзя? Дима. Да ладно, ничего. Ладно, ладно, Леха. Петрович! Я тебе вот что хотел сказать, Алексей. Хорошая баба Зинаида. Зря ты с ней так. Зря. Она же директор. Не надо так. Сам понимаешь. Не надо так, Леша. А знаешь, чей сын? Сашка. Неизвестно ведь. Это вам неизвестно. А мне давно. Чей? Зинаиды, Леха. Не может быть. А что она скрывала-то? Это не знаю. Это только она знает.
Хоть вы меня и не звали на проводы, но я все же пришла, Алексей Петрович. Ой! Вы? Это на счастье. Ничего страшного. Сейчас. Что вы делаете? Я сам. Идем. Алексей Петрович, мне важно, чтобы вы знали, я часто была не права перед вами, но я ничего не могла с собой поделать. Я люблю вас в той самой минуты, как только увидел. Я желаю вам счастья. Поверьте, искренне. Ну что вы? Что вы, что вы? Не надо. Простите, простите. Дим? Я все слышал. Ты следишь за мной? Не ерничай, а. Я шел и видел, как она зашла к тебе. И решил подслушать под окошком? Ты все опошлил. Зачем она тебе? Прости, Дима, но я ни тебе, ни ей помочь ничем не могу. Вот именно. Только она этого не понимает. Ладно, Дима, мне собираться надо. Он уезжает. Она его любит. Ничего, я тоже уеду. Уеду, чтобы не видеть ни тебя, ни ее. Ну куда ты поедешь? Стоять! Какое тебе дело, куда? Переехал через мою жизнь, а теперь куда? Витю не видел, а? Я ж тебя просил не оставлять его давай одного. Давай искать, потом объясню. Я ему ночью сказал, что ты уезжаешь. Он все время к тебе просился. А потом я проснулся, смотрю, дверь закрыта, окно нараспашку, наверное, туда, в окно сиганул. Витя! Витя! Да куда ты? Ты куда? Он там может быть. Там поищу. Витя! Да кому ты орешь? Да не знаю, кому я ору! Он далеко уйти не мог, все равно где-то здесь. Да где здесь-то? Мы уже все обыскали. Может быть, он же утонул. Че ты мелешь, идиот? Витя! Там. Там? Там, точно. Вот. Ветку давай. Тихо, мой маленький, потерпи. Давай. Потерпи, ну. Держи. Давай. Ну что же ты, а? Ничего, оделся легкими царапинами. Ты! Ты зачем туда полез, а? Я хотел полететь за вами. Алексей Петрович, не уезжайте. Хорошо, обещаю. Слушай, а как он на дереве-то оказался-то, а? Да лазили мы с ним на этот дуб. Лет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он
в стране далекой, что гинул в краю родном, что ищет он в стране далекой, что гинул в краю родном. Играет малый ветер, свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светли лазури, над ним луч солнца золотой. А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Thank you.